Давай, давай, давай. Это последний шанс. Давай. Пожалуйста. Так. Всем привет, с вами, как обычно, я, Black Sky, и со мной спустя 2 года моя сестра родная. 2 года прошло, ты понимаешь, 2 года прошло с последнего нашего ролика, и сейчас уже вышло 1000 обновлений в стендофе, много чего, и, кстати, как будто ничего-то не хватает, да? Давай сделаем легендарный щелчок. О, наконец-то, просто надо вставить, попрошу монтажера вставить вставку, как мы были до, и как мы выглядим сейчас. 2 года спустя. Да, что мы сегодня будем делать, давай сначала поменяемся местами и зайдем сразу же в игру. Ну что же, мы уже находимся на аккаунте, кстати, у тебя был предыдущий аккаунт, который, где сейчас? На экране. Да, мы в одном из роликов решили создать Томми новый аккаунт, на котором она будет играть, и, как видите, она не сыграла. Ну ничего, у тебя сейчас на аккаунте 10 тысяч голды по классике, как база. Это база. Ну, ножик, который тоже тебе давно ночь подарил. Сегодня мы будем закупаться новогодними скинами, но помимо этого, у тебя уже есть один нож, и я сразу же тебе на аккаунт хочу закинуть в подарочек новый Battle Pass, который вышел. Как тебе? Смотри, какие наклейки добавили в игру. Красивые, я бы такие в жизни хотела. Ну, вообще-то есть такие. Реально? Да. Если кто не знает, вот у меня есть свои наклеечки. Black Sky. Переливающие, классные. Ну ничего, смотри, тут есть очень-очень классная вещь под названием стикер пак. Посмотри, какие начали добавлять наклейки в игру. Да, ты пропустил очень много, надо наверстывать это. Блин, надо наверстывать. Все, давайте я закину сейчас на аккаунт Battle Passик. И мы посмотрим, что тебе выпадет. Тут есть много ножей. Чтоб ты понимал, я донатил на свой аккаунт, и тут есть самый красивый нож, вот он. Он с паттерном. Это самый говно нож. Мне выпало 3 вот таких, 1 вот такой и 2 вот таких. А тебе, если выпадет М9, я... Я заберу твой аккаунт, чтобы на нем играть. Вот и все. Сразу предупреждаю. Все, я купил Battle Pass, все уровни, естественно, и мы ждем, когда он придет тебе на аккаунт. Это оно? Да, это оно. Пришел Battle Pass. И давай посмотри, что же тебе выпало. Была отвертка, как и мне. Ребят, короче, разработчики не любят ни меня, ни мою сестру. Да, понятно. Смотри, теперь у тебя зато просто инвентарь уже сразу какой-то бомбический. А что мы будем вообще покупать сегодня? Давай сделаем сетик какой-нибудь красивый. Можно сделать, попробовать зеленый сет. Или синенький. У тебя есть синий нож. Ну, давай синий. Сразу же по классике начнем с GT22. Ищи какой-нибудь синенький скинчик, можно по цене сразу фильтровать. Все? Так, ты на меня учил, что там где-то цены отличаются. Ну да, можно пойти на рынок и купить дешевле. Пойдем. Рынок лагает, но в общем он купится. Идем дальше. Юспик. Может фиолетовый? Давай фиолетовый. Сине-фиолетовый, не так. Сикаются, наверное. Да, ну, в какой-то мере, да. Слушай, что, может, давай с наклейками? Да, да. Все, идем дальше. Дуал берец. Мне вот этот нравится по виду. Он такой. Ну что он такой дешевый? Полстраны сейчас. В смысле? 50! Он дешевый. Залутали на аккаунт. Давай, так. Это так. Не обращай внимания, ну как бы. За 2 года много чего поменялось. Много чего поменялось, да. Там, ну, 19 тысяч, у тебя 8. Ой! А может, нужно будет купить авик, калаш, эмки. Блин, еще куча дел. Куча дел. Подтвердить. 5-7. Вот. Да, давай. Красивый? Очень. Это рарка просто. Рарка? Да. Так надо брать 2 штуки. Я потерял, и мне нужна рарка. Desert Eagle. Вот это самое лучшее оружие. Дигл топ, знаешь, даже? Дигл топ. В море с золотым вкраплением. Мы купили дигл... Орочи. Может быть, купить сразу что-нибудь дыра. Перча, да. Не-не-не, дыра. Нет, не перча. Авик, калаш, и потом пойти на какой-нибудь сайт, поднять еще голды и докупить что-нибудь еще. Давай, давай. Давай тогда начнем, наверное, с калаша или с авика. Давай с авика. Давай с авика, да. Авик, ну все-таки сестра мувимейкера. Фиолетовый. Вот этот красивый паттерн. Вот этот красивый паттерн. Берем. Скорей, скорей. Успели. Поздравляю, мы успели его купить. Рынок лагает. Так, сильболт, это нормально. Нормально, да. Давай теперь калаш. Вот такие наклейки, кстати, классные. Они под цвет скина подходят. Давай. Бим-бим, бам-бам. Кто покупает сет? Я или ты? Ты. Как называется это слово-то, блин? Ты гуглишь, не знаешь, что и пишешь ретро-стиль? То есть ты гуглила ретро-стиль, знаешь, что такое ретро-стиль? Нет, не то. Землетрясение в Японии, у меня последний запрос. За 2 года много чего меняется, ребят. Землетрясение в Японии интересует, капец. Давай возьмем М-ку, С-ку или обычную. Давай. М-ку. А С-ку ты не любишь, не уважаешь. Не, М-ку, М-ку я... Нет, я все уважаю. Мы, так скажем, толерантное общество. Мы все уважаем. Можно спокойно сказать, что М-ка...
обычно. Говно. МК обычно говно, я считаю. Честно, эска. Эска лучше. Давай вот этот. Нет. 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 Нет, однозначно. Ну, дайте помню плохо. Да, давай. Ну, давай в знак уважения тех, кто играет с эсками, то есть... К нормальным людям, да? Возьмем еще и эск. К нормальным людям. Это вообще... Тут какой-то девочка. Все, предлагаю пойти на сайт, пополнить его, не знаю, там, на какую-нибудь побольше сумму, в честь Нового года. То есть это мой подарок на Новый год, больше тебе ничего не жди. Ну что ж, мы уже переместились на сайт Bulldrop. Ты его знаешь, мы уже крутили на этом сайте. Кстати, да. Я создал тебе новый аккаунт. Томми, твой личный полностью аккаунт. Полностью новый, полностью пустой. Предлагаю пополнить, ну так уж и быть, в честь Нового года пополним на 3000. Давайте введем 3000. Твой промокод личный, Томми. Нажимаем применить, подтвердить твой аккаунт. И давай пополним на 3000. Нам еще плюсом 750. Ну что же, нам пришли бабки цвета Бутамори, отражают яхту, 3750 по нашему промокоду Томми, кстати, да, можете юзать его, офигенный промокод, 25%, это в Новый год даже больше, чем обычно, замечательно, значит, что я предлагаю первым сделать, давай сразу зафигачим Крампуса, это ивентик, который мы получим 6000 бонусов при пополнении, ну сразу давай фигачим его с санями, на, прилетели, давай еще раз. Просто кто-то снежками в него кидает уже, видишь? Это не я. Я знаю, я знаю. Жмаю, тут же, это уже люди тоже онлайн это делают. Мы, короче, на 130-м месте, и что-то мы получим за это. 130-е, мы получим М-ку за 450. Ничего себе. Ну, так это вообще халява, я так считаю. Так это круто, да. Да, на халяву получили. Ну, как бы, ивентик. Я обожаю ивенты. Булдроп у них постоянно классный. Перед нами открывается мир кейсов. Давай открывать все новогодние кейсы с Новым годом еще раз всех. Чего? Живой подарок, ну, наверное, давай начнем, да? Да, с живого подарка. Сколько их? Давай 10. 10? Да, давай сразу 10. Уже 65-200. Мы выкупим, да, это мы уже радует. Да. 403. Подороже. Так, что у нас? 900 сразу. Ни хрена себе. В Новый год Булдроп удает. В Новый год, да. 1100. Давай не будем продавать. Не давай. Да, да. Обратно. Горячий шоколад. Давай 5 штук. И получаем... Не, этот кейс нас не любит. Очень. Нас кейс горячий прям... шоколад сегодня мы не пьем. Пик мороза. Ну, мы в небольшом минусе продавали. 10. Давай 10 на косарь. 48. Дед Мороз. Дед Мороз. Дед Мороз! Дед Мороз! 1100, а мы сколько плюсим? А, ну мы не сильно, ну... Нет, вообще-то... Типа на 500 мы плюсим. На 600. Давай последний кейс откроем, что-то осталось. Крампус, да? Да, мы его только что мочкарили. Боже, ну давай 5. Ну или... Давай, не-не-не-не. Да, 5, куда? 2000. Ты хочешь? Ну ладно, забирай. Понимаешь, главное не заигрываться, надо по чуть-чуть открываться. Ах, я не могу. 1500. Ну, кстати, а потратили вообще... мы сколько? А, тоже 1000 тоже потратили. Тоже 1000 мы потратили, да. Нас потихонечку плюс выводят, это хорошо. Кстати, Безды и Булдроп, короче, это сайт давным-давно уже действует, с 2020 года, я так понимаю, вот их первый кейс, который они показывают здесь. И вот так был первый кейс, вот так второй кейс, третий. Вот так третий, да. И вот четвертый кейс, он, видимо, ну, сразу видно, да, градацию, типа, как первый кейс. Давай откроем, я не думаю, что они прям сильно выпадут, то есть что-то сильно дропнется, ну, первый кейс, может быть. Ну, первый кейс, вот все-таки Безды. Ну, типа, в 0. 34, а мы... Ну нет, мы в минусе. Ну, может быть... Давай с Илон Маском, да, может он нам... Давай 10 штук. За 190. Сразу видно, да, 70. Походу. В новом кейсе, в новом году лучше дроп. 246, почему-то. Мы не окупились. Мы окупились. А, мы окупились. На 50, на 60 даже. Давай пока посмотрим, что. Ну, мой кейс, мой кейс. Ну, я твой давай, кейс открою. За 690. После этого кейса я предлагаю открыть бесплатный кейс. Бесплатный? Да. А что, такие тоже есть? 316 потратили... Блин, не окупились. Ну ничего страшного. А, смотри, у меня есть промокодик тоже от тебя, так сказать, для подписчиков. Промокод. В общем, нажимаем промокод, вводим вот этот промокод, нажимаем получить бонус. Это халявный кейс. За 0 рублей. Открывай подарок, вдруг что-нибудь выпадет. Типа за халяву. Просто то, что мы зашли на сайт. Может быть, что-нибудь выпадет. Может быть. Нет, стой! Блин, по-моему, это мало, да? Два. Ну, два. Ну, ладно. Бесплатный от бесплатный, как бы зато мы его открыли, кайфанули. Давай, может, посмотрим контракты. У нас еще много, что ли, инвентаря? Да, у нас много инвентаря, у нас есть вот эти все пушки. А что ты все дорогие-то сливаешь? Ну, вдруг контракт очень жестко выпадет, и мы сможем потом, не знаю, открыть. Например, смотри, на 4 На 4 косаря. Кстати, мы уже, кстати, уже... Выгрыз может быть 20. Мы сможем открыть на живой кейс, если что. То есть, если нам даже минималка выпадет, у нас будет 2000, мы сможем открыть на живой кейс. Давай сделаем. Ну, давай. Пожалуйста, контракт, крафти, крафти. Ну, 1300. Это минималка, мы потратили 4000 в диком минусе. Ладно, давай остальное закинем, все равно оно как бы нам не сильно надо. Ну, вдруг выпадет что-то жесткое. 98. Понятно. Ну, вдруг что-нибудь за 1000. Ну, окупи контракт. Ну, хотя бы 900. Мне вообще всю жизнь контракты не любят. Ну понятно, ладно. Мы в минусе. Хотя были в жестком плюсе, это даже, знаешь, заигрываться, да. Плохая тема. Ну что ж, открываем ножевой кейс за 1900. За 2. Да, за 2000. На 600 на балике остается, плиз. Плиз, боже. Может? Это сколько? Это в ноль, да? Ну, это чуть меньше в ноль. Давай продадим.
Еще хватает. Ладно, а давай ты второй откроешь. Давай, да. Это самый мой дорогой кейс. О боже, что я делаю? О, это... Это 5000, походу, или сколько он стоит, я не помню. 8! Ты что, офигела? Не понял. Открыть я еще? Я не знаю, может выводить уже или еще останемся. Все, я продал. Мы уже мажоры, мы можем себе позволить купить даже 5 штук сразу за 600. Ой. 1000, а потратили? Слушай, 600, изи окуп. Да. Платиновый бык, 10 штук. Ой. А давай. Нереально открывать? А давай. Ну ты сомневаешься? Ну да. Да пофиг, открываю. У нас 1700 на балансе, боже. Что? 16 тысяч окуп. Кто не рискует, тот не пьет. Это все тебе на аккаунт пойдет? Может, поделишься? Блин. Стой, ты. Ой. Ты можешь этот продать? Так а что? Что можно оставить? Давай, наверное, все же эти тоже продадим. Оставим один, типа, на подушку. Оставим один, да, а на эти будем... 12. 12. Я знаю, какой кейс можно открывать. Какой? Есть кейс, из которого может выпасть керамбит голд. Сундук капитана быка? Да, тут есть дигл оурейд, керамбит голд. По одному. Давай, кто открывать? Начинает? Давай, я тебе дам это первое право открыть. Ну, давай. Вышки положили, пальчики скрестили. Так, окей. Давай не остановимся, пока не выбьем хотя бы что-нибудь за 20 тысяч. Давай просто продавать и крутить, пока у нас не... Давай. Пока не выбьем жестко. Ну, прокинь. Юз, пролетел. По 5. По 5 за 5 тысяч? Ну, три попытки будет. Боже, 5 тысяч. Мы сейчас заигрываемся, мы могли... О, нет. О, 3. Ну, кстати, мы в нуле. Ну, плюс-минус. Тише, сейчас спокойно. Что? 18, скорей. Ну подожди. 25. Ты хотел 25. Слушай, а может быть мы сделаем апгрейды и апнемся? Дигитал рейд 14%. То есть ты просто так сейчас 18 тысяч ставишь на кон? Или мы проигрываем, либо нет. Ну давай. Пожалуйста. Я слил 18 тысяч за одну секунду. Ну а прикинь бы дигл выпал. Еще 10. 2000 осталось, Антон. Вообще конец. Блин. Вообще конец. О, нет. Антон! А, нет, подожди, мы в нуле. Предлагаю открыть 5 штук сейчас. Давай волшебная рука скайчика нам поможет. Давай лапа скайчика. Лапа скайчика. Волшебная рука скайчика, я сказал. Давай, нажимай. Я сейчас чувствую, что жестко должно выпить. Скайчик! Ты что делаешь? У нас 6 косарей. О, боже. А ну, может, это просто какая? Ты правой нажала, что ли? У него правая несчастливая, ты не знала? Давай 2 штуки за 2000. Нет. Какой рукой? Какая лапа? Рукой? Вот это я нажала. Давай, левой. Скай, пожалуйста. Скай. Пожалуйста. Скай, ты рофлишь. Ну, Скай. 1600. Не, ну мы в нормальном нуле. Ты что, 2 рвил? Еще раз, скайчик. Я тебя кормлю, пою, гуляю. Пожалуйста, ну дай что-нибудь жесткое. Скай! Так мы же в ноль. Нет, 1300 потратили. Да 2. Блин! Как тебе идея открыть тогда за 5000 один кейс? Давай. Короче, тут может выпасть Treasure Hunter, Metal Red, тычки. Боже, если выпадут тычки, я, наверное, просто обоссусь от счастья. Вот так реально. А вот смотри еще, New Year Gift. Ну это не то, это все фигня. Слушай, а давай скайчику последнюю попытку реабилитироваться. И опять последний баланс. Ну какая там у него лапа счастливая, левая или правая? Давай двумя. Давай. 5000, у меня сердце просто... Давай. Последний шанс. Давай. Пожалуйста. Ты рофлишь. Это самый хайповый скин. Я не верю, подожди, это, кажется, это фейк. Типа, мне кажется, залгал сайт, честно. 131 тысяча у нас на байлике дома. Короче, ребят, мы сейчас посидели в шоке и приняли такое решение, чтобы этот дигл разыграть на Новый год, если под этим роликом наберется 50 тысяч лайков. Чувачки, ну дигл оурейд 125 тысяч. В общем, 50 тысяч лайков, если вы наберете, ну, мне кажется, это честно. Ну, это абсолютно честно. Это очень честно. И мы его разыграем среди вас. Честно, мне никак в жизни так не везло. Часть кейсов и вообще в целом в жизни. Короче, 50 тысяч лайков, еще раз напоминаю, вот каждый сейчас должен прожать лайк, потому что Новый год, как вот встретишь, так его и проведешь. Я встречу миллиардером. Я проведу год миллиардером. Ребят, если вы наберете 50 тысяч лайков, я напишу булдропом, скажу, что хочу разыграть дигл, и они, может быть, сразу помогут сделать, чтобы сразу на аккаунт подписчика его перенести этот дигл. Пока что выведем юсп. И вернемся к прокачке. Инвентаря. Это вообще конец. Добавили аватарку, написали ID, мы будем 6950. Я уже заговариваюсь, потому что я не могу. Вот этот скинчик надо выставить будет. Так, выставляем скинчик за 9652. Нажимаем создать. Здесь нажимаем вывести золото. Аватарку мы
Все, нажимали вывести. Все, аватарку мы предварительно здесь поменяли. Ждем вывода и пока что продолжаем закупаться. Фомфол. Что, у нас еще голда на нож или что? Ну да, покупай, пофиг. Давай, давай. На, мы сегодня можем мы сегодня можем все, позволить да. Все, что угодно. А, боже, спас. Давай я за тебя куплю. Давай. Фиолетовый М60. Ну вот, фиолетовенький за 11. Давай, берем. Уже, купить. Реально, уже пофиг. Главное, нож сейчас купим, нам вывод придет. Маг 10. Ой, вот тут, смотри, все фиолетовые. Ой, да вообще. Такие. Мне вот нравится вот этот. А мне вот этот. Ну, это рарка. Давай, либо ну, давай, с красивым паттерном. Ну, давай. Вот тут видно глазик. Все, купили глазик. ЮМП. О, боже, пацаны, 50 тысяч лайков, еще раз напоминаю. Вот этот? Да, давай дальше. ЮМП. О, давай вот этот. Давай, без наклеек берем. Да. Наклейки будут красиво, плохо смотреться. Все, идем дальше. МП7 мы купили, теперь мы идем к... А, по 90 еще. По 90. Вообще, вот есть красивый глаз. Вот, да. Ты можешь выбрать любое домашнее животное, которое тебе нравится. Да. Я хочу ящерицу. И пришли к легендарной пушке под названием... Фанфал? Как? Фанфал? Ничего фиолетового нету, да? Так, ну... Мокрый Джонни! А ты куда? Я здесь. У меня есть дигл якутца. Страшно. Деревянный. Ну ладно, давай вот этот золотой. А, нам, кстати, вывели, мы даже не заметили. О, кстати, да, реально. 8 косарей. Сидим, тратим. Ну, фиолетовый. Ну что, давай. Понятно. Вон, фиолетовый. Вдруг там есть золотой. Идем дальше. Эй, фиолетовый сразу напрашивается. Да. Переходим к ножевым пушечкам. У нас 7 тысяч, у нас 6 перчей. Давай, ну... Мы не покупали перчи. У нас нет перчи. А, да, у нас есть нож. Может, перчи купим? Слушай, ну да, я бы посмотрел бы ножик вот такой, смотри, Digital Bird за 4000. К ним бы перчи какие-нибудь красивые подошли бы, например. Вот эти. У меня, вот я с таким сетом меня, вот эти перчи и Digital Bird. Ну давай, ладно. Ну я просто советую, это я мультик себе записываю, поэтому. Так, перчи у нас есть. И Digital Bird. И у нас осталось еще, кстати, голда. 1600. Просто там у тебя инвентарь, я не знаю, любой позовет этот инвентарь. Давай поспорим, фиолетовые наклейки какие-нибудь подороже. О, давай купим. Давай. Мы можем даже две купить. Давай купим. Давай две. И мы можем купить, например, две какие-нибудь. Красивая. Красивая? Мне нравится. Бери две. Я возьму вот эту и вот эту. Клеит разные наклейки на стене. Ну что же, переходим в инвентарь. Наконец-то мы этого дождались. Вот такой инвентарь у тебя получился. Офигительный. Просто три ножа, перчи, М-ка сатрековская, афиг, все фиолетовенькое. Все фиолетовенькое, красиво. Далее, сам ниже у тебя тут еще стали наклеечки, еще наклеечки, граффити. Это можно играть, жить, не дужить. Давай, кстати, кейс откроем, пока мы прощаемся. Ребята, еще раз напоминаю, 50 тысяч лайков я разыграю этот... мы разыграем. Тома, что тебе так везет сегодня? Я не понимаю. Какие перчи. Да ну еще тоже фиолетовые. Да, это вообще конец. Все, еще раз, 50 тысяч лайков набираем, я разыгрываю Дигл Аурейд. Я надеюсь, вы все прожмете лайк, потому что, ну, такого никто не ожидал, наверное. У нас последние два кейса. На этом мы прощаемся с вами. Кто ждал ролик с сестрой, тоже обязательно влепите лайк. Влепите лайк всегда, когда видите Black Sky. А, сюда. И мы на этом прощаемся. Можете уже начать кликать на вот этот ролик. Напишите в комментариях, если вы хотите еще видеть ролики с сестрой. Упадает Лего. Всем похоже, там ножи еще были. Кинг. Все. Няшка. Ну вот такой инвентарь получился, такая прокачка. Всем пока. Всем пока.